Детей много не бывает. Это не понаслышке знает Татьяна Фризен, у которой 3 приемных ребенка. 1 сентября пугает не только ребят, но и саму женщину. Ведь подготовка к учебному году серьезно бьет по кошельку. Поэтому, когда администрация Ленинского района и общественное объединение «Белая Русь» предложили ей помощь в рамках акции «Соберем детей в школу», Татьяна очень обрадовалась, так как некоторые вещи к 1 сентября она бы купить не смогла. Обувь и спортивные костюмы для детей. Вот. Это уже на тот момент, когда нам предложили эту помощь, у меня этого еще не было, и поэтому очень так это своевременно мне, потому что я уже как бы думала, что младшим куплю к школе, а старшенький еще после 1 сентября. Мы очень благодарны, естественно, это существенно, и спасибо огромное, что про нас не забывают, что нас любят и помнят. 14 ребят из приемных семей Ленинского района получили подарки к учебному году. Во время развлекательной программы в детском кафе каждому ребенку вручили необходимые вещи к школе – канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Часть вещей ребята сами выбрали в магазинах. Мы подготовили подарки Ленинской районной организации «Беларусь» из расчета 750 тысяч на одного человека. Ну, а мы пошли по такому пути, чтобы вот чего не хватает еще детям в школу, чтобы они сами выбрали, не выбрали в магазинах, сами мы оплатили, и вот сегодня эти подарки вручим. В Гродненской области около 5000 семей из категории нуждающихся. Во многих из них воспитывается не один ребенок. Поэтому к 1 сентября родители рады любой помощи. И бюджет, и организации, предприятия, и общественные организации по своим направлениям оказывают помощь, ну, не только семьям, воспитывающим приемных детей, но и многодетным семьям. И мы стараемся как можно больше охват ребятишек произвести вот в преддверии 1 сентября. Каждый ребенок хочет прийти в школу 1 сентября с новым рюкзаком, яркими ручками и тетрадями. Республиканская акция «Соберем детей в школу» проводится каждый год как раз для того, чтобы помочь многодетным и приемным родителям снарядить своих школьников, а ребятам с удовольствием начать учебный год. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.